Здравствуйте, дорогие родственники, друзья, все зрители канала. Вот по разрешению соседки взяла у нее ремонтантные земляники. Когда-то муж мой сеял, и мы садили, но у нас повывелось. Сейчас я спросила у нее, еще осенью надо было взять. Но я осенью опоздала взять, поэтому сейчас накопала, уже некоторые цветет, но цветет много уже земляники. Сейчас посажу и хорошо пролью, потому что вот дождик прошел, а земля не промокла, все сухая земля внутри. Вот. Там у меня капуста цветная насеяна. Ну, что-то так медленно прорастет. Хорошо поливала всегда. Каждый день жара стояла. Ну, вот. Между капустой посажу. Потом ее на другую грядку высажу. Сейчас здесь посажу между ней, вот на пустое место, эту земляничку. У нас Виктории много. Вот у нас цветет хорошо Виктория. Ягодки завязываются. Здесь еще три грядочки Виктории. Но здесь что-то плохо, молодая еще цветет. Здесь цвет тоже набирает. А здесь на самом солнышке много-много цвета возле теплицы. Закидала борозду, замульчировала, так сказать. Борозду. Сейчас вода есть теплая. Полью. Вот так. Здесь пропалю самую большую травку. Мелочь, конечно, не буду, она подрастет, тогда ее и пропалю. И на пустое место между капустой тоже посажу ягоды. Киска. Киска ходит соседская. Это вот трава, она сорняк, но она очень красиво цветет, поэтому я ее не убираю здесь между грядкой и бочком. Оставила, процветет, тогда уберу. Она высоконькая растет. Во дворе у нас такая тоже иногда травка вырастает. И цветет красиво очень. Пусть цветет. Цветочков мало у меня посажено. Здесь оставила чистотел, для лекарства нужно будет. Между грядками оставляю его. Там тоже на грядке, где капуста посеяна. Июньская капуста тоже мелкая. Посыпала, уже посыпала золой, чтобы мошка не съела. Вон киска. Бегает киска. Там у нас грибы вырастают, потом мы туда накидали возле старых досок грибницы. И года через два, наверное, такие грибы, и много грибов у нас. Вот, выросло. Дома собираем грибы в огороде. Ну, в лес муж тоже ходил. У них даже опята еще не, мало очень кушали. У нас еще на год хватит их. Вроде бы с грибами варю суп каждую неделю практически.
сварю с грибами суп, ну. Грибов еще много осталось. Еще один кустик надо будет сходить выкопать, здесь посадить. Потом тут все пропулится, капуста пересадится на другое место. Буду поливать, поливать, когда буду снимать, не смогу, конечно. Поэтому всем доброго здоровья, мир дому вашему.